Привет всем. Сразу хочу вам сказать, не пугайтесь качества видео. Значит, камеру, которую мне принесли, оказалась непригодной для съемки скринкастов. Но в любом случае, данный видеоролик и скорее просто мой голос, сопровождающий данное видео, окажется вам весьма полезным. Ну, так как камера уже сказала не очень, то и звук пришлось перезаписывать заново. Так что... В чем суть данного скринкаста? Бывает необходимость создать снимок операционной системы Android, какого-либо приложения, чтобы выложить в интернет, или просто снимок системы там, для своих нужд. И не важно, чтобы только саму систему, любое другое приложение. Аналогичный принтскрин на компьютерах. Так, значит, сегодня речь пойдет о приложении Shoot.me. Оно представляет из себя... утилиту, которая позволяет делать снимки системы. Но так как многие из вас наверняка знают, для этого необходимы права root. И вот как раз таки вот эта вот программа Shoot.me, чем она мне понравилась. Ну, у меня в принципе рутованный телефон, но как выяснилось, у многих нет, и многие по какой-либо причине не делают это или боятся. Значит, вот вы видите, я запускаю программу Shoot.me. В левом нижнем углу, значит, она представляет собой иконку телефона с прицелом на нем. Отличительная особенность этой программы от всех остальных, что начиная с версии 1.6, то есть 1.5 не поддерживается, эта программа позволяет делать снимки системы без прав рута. То есть не прошивать, не рутовать свой телефон не надо, она работает и так. Настройки совершенно простые, как только вы запускаете, открывается вот такой вот GUI, как на видео. Здесь надо будет принять лицензионное соглашение. После, вот сейчас я нажму, и после появится такое предупреждение, что программа активируется либо по громкому звуку, либо по ее достаточно просто потрясти. Затем, вот вы видите, вот этот вот прицел, его можно убрать, можно делать снимки вместе с ним. Но, разумеется, я считаю, его лучше убрать, просто надо будет нажать клавишу «свернуть». И все. GUI программы закроется. И вы можете переходить в любое другое приложение. Она будет запущена в фоновом режиме, но при этом ее нельзя будет определить через запущенные приложения. Это скрытая программа. Чтобы ее отключить, потребуется повторно войти в нее и нажать уже на пункт «Выход». Ну, вот вы видите, я демонстрирую, что в запущенных приложениях ее нету. И как вот сейчас я буду делать на видео, просто достаточно будет встряхнуть свой телефон, и когда G-сенсор активируется, произойдет щелчок, ну, как звук затвора, как фотоаппарат. И уже снимок будет перенесен на карту памяти в папочку Shoot.me. То есть корневая папочка — это ваша карта. И непосредственно папка Shoot.me. Вот я сделал снимок. Сейчас я на видео продемонстрирую, где она находится и вообще, что из себя представляет этот снимок. Так, ну, собственно, все. Значит, что я хочу сказать. Эту программу в маркете не достать. По какой-то причине ее удалили. Поэтому я выдам вам альтернативную ссылочку. Так как кто-то уже выложил АПК в сеть, чтобы его можно было скачать, потому что программа действительно стоящая. И что я хотел сказать, значит, ну, я не буду опускать руки, я в дальнейшем буду делать скринкасты про Android, но просто, как вы уже видите, мне потребуется заменить камеру, так что я, наверное, уже и сам себе ее возьму, я давно хотел себе новую камеру, так что, как бы, не теряйте веру в мой канал, дальнейшие выпуски будут... более качественными. Ну, спасибо, что вы меня смотрели. Еще у нас новая доставка. Пожалуйста, следуйте за мной дальше. Счастливо.